В ближайшее время изменится не только внешний облик ЦУМа, который расположен вблизи железнодорожного вокзала, но и прилегающая территория. На ее входе с остановки вокзал будет установлена арка, а на аллее флагштоки. Предполагается, что центральная площадь станет звездной. По просьбе Департамента социальной политики администрации курорта смонтируют сцену для концертов и вечерних киносеансов. А со стороны прогулочной зоны по Новогинской около ЦУМа разместят ультрасовременные скамейки-яблоки. А пока заметны только некоторые штрихи. Монтируется емкая образная фраза на фасаде здания «Море, солнце, яблоки». Разработчики концепции надеются, что слова ассоциации вызовут у людей новое восприятие одного из известных зданий курорта.